А эта стройка в Савино только началась. На участке возведут новое здание общеобразовательной школы на 700 учащихся. Подрядчик – московская фирма. Объект она будет строить от начала и до конца, под ключ. Сейчас идут работы так называемого нулевого цикла. Сегодня мы закладываем в фундаменте на глубине минус 3 метра. Идет, значит, армирование первого пояса. Первый слой армирования будет... Два армированных пояса, значит, увязываем арматурную сетку, монтируем фундаментные подушки. Вот. С завтрашнего дня приступаем уже к монтажу блоков, то есть уже будем выходить из земли. В новой школе места хватит всем. Она будет трехэтажной, со всеми необходимыми классами и мастерскими. Правда, зампред Максим Громов ожидал увидеть чуть больше. Регулярно сейчас бываю на данном объекте, и хочется видеть более высокие темпы и больше объем выполненных работ. С учетом того, что пока рано фиксировать сроки выполнения контракта, официально юридически предъявить не можем. В ходе оперативных совещаний решаем эти вопросы. Здание старой Савинской школы было закрыто по решению суда после того, как по несущей стене пошли трещины. Сейчас занятия у местных ребят проходят в помещениях, не приспособленных для учебного процесса, в бывшем детском саду и в центре дополнительного образования. Окончание строительства запланировано на сентябрь 2018 года. Подрядчик уверяет, что работы не прекратятся даже зимой. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Савино.